Здравствуйте, вы смотрите Gay.rf видеоверсия. Студия Анастасия Одарченко. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». Сливаем все по красной цене. Ищите красный ценник. Только в гипермаркете «Айсберг» более 1000 товаров по закупочным ценам. Так же, как кристаллический телевизор диагональю 81 см всего за 12 990 рублей. Покупать в «Айсберге» выгодно. Вначале краткий обзор тем, о которых мы вам расскажем. Мошенники вновь обогатились за счет беспечности гайчанина. Пожилой человек лишился 109 тысяч рублей. Смущает ли горожан состояние дорог? Журналисты портала Gay.rf вышли на улицы города. Что стало с ледовым городком? Фигуры превратились в руины. В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского монтируют иконостас. Конструкция поражает своими масштабами. С банковской карты пожилого гайчанина неизвестные сняли 109 тысяч рублей. Примечательно, что сам пенсионер помог мошенникам совершить преступление. В полиции рассказали некоторые подробности этой истории. 69-летний мужчина разместил объявление о продаже дома в сети интернет. Через какое-то время ему позвонил покупатель. Он предложил перечислить задаток и для этого выяснил у пенсионера номер банковской карты. Чуть позже лжепокупатель вновь позвонил гайчанину, сообщив, что у него не получается перевести деньги, у банка какие-то проблемы, и необходимо, чтобы его телефон был зарегистрирован в личном кабинете мобильного приложения банка. К сожалению, все эти манипуляции не вызвали у гайчанина никаких подозрений. Он предоставил мошенникам всю запрашиваемую информацию. Вскоре оказалось, что банковский счет не пополнился задатком, а похудел на 109 тысяч рублей. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители в очередной раз призывают горожан быть бдительными. Ни в коем случае не сообщайте личные данные, номера банковских карт и другую информацию, которая может быть использована неизвестными лицами в корыстных целях. Погода этой зимой поражает своими перепадами. Начиная с января мы пережили метель, снегопад, дождь и туман. Ликвидация последствий подобных перепадов легла на плечи работников коммунальных служб. Кто и сколько и чем чистил дороги и довольны ли горожане состоянием городских дорог, выясняла Валентина Демидова. О том, как действовали коммунальные службы этой зимой, нам рассказал директор МУП ЖКХ Евгений Бобровский. В расчистке города было задействовано 11 единиц техники и порядка 20 человек. За январь коммунальщики вывезли 4600 кубометров снега. И за первую неделю февраля 4100 кубометров. 11 единиц техники вполне достаточно для работы в нормальном плановом режиме. Когда же в городе объявлен из-за погоды режим чрезвычайной ситуации, люди и тяжелые машины справляются с трудом. Так, для того, чтобы вывоз снега осуществлять полноценно, не хватает еще двух самосвалов. В этом вопросе городу обещал помочь Гайский ГОК. В условиях ЧС и ликвидации ее последствий рабочий день коммунальщиков увеличивался до 12 часов. Тяжело пришлось и машинам, в то время, когда велись работы по уборке мокрого снега. Из-за нагрузки один из ДТ-75 1976 года выпуска сломался. Машине потребовался ремонт. Сразу после борьбы со снежной стихией новая проблема – гололед. Здесь настал черед посыпать дороги песком и шлаком. За один рабочий день сбрасывается до 12 тонн смеси на улицы города. Несмотря на все старания коммунальных служб, гайчане не дают высокую оценку их работе. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете состояние городских дорог? Ну как? Отрицательно. Почему? Не чистят? Конечно, во дворах вообще не выйти, скользко, не посыпают. Вы же сами стоите на дороге, видите? Конечно. Вам не нравится? Конечно, не нравится. А кому понравится? Сейчас чуть не упала, ногу не вывихнула. Как вы оцениваете состояние городских дорог? Удовлетворительно. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние городских дорог? Да плохо, конечно. Чистят, не чистят, как вам кажется? Ну, чистят, но все равно везде, в кварталах нигде не заедешь, не проедешь. А вы передвигаетесь там с супругом, например, на машине? Да, на машине вообще невозможно. У нас Нива, и то едешь вот так вот, Это по двору, да? Да. А вот центральные дороги? Ну, центральная дорога тоже вот колея. Едешь, выкидывает из колеи. А вы не помните, вот, например, год, два, три назад? Ой, ну тогда еще хуже было. В этом году все-таки лучше.
Лучше даже не сравнишь, конечно. Ниже среднего. Ниже среднего? Да. А вы пешеход или автомобилист? И то, и другое. Как автомобилист, у вас какая оценка? От родителей. Я вообще не здесь, я в Екатеринбурге живу. А, то есть вы не гайчанин? Нет. Вы сюда приезжаете в гости? Ну, как приезжаю, да. То есть вам не нравится наш город? Нет, не абсолютно. В Екатеринбурге лучше? Само собой. А я не городских дорог в этом году. Ну как? Можно сказать, что и нормально, а во дворах ненормально. А так дороги в основном нормальные. Ну, бывают и высокие вот эти колеи. Было в этом году на промышленной очень сложная ситуация. Там много аварий было. Прямо это наглядно я сам видел. Ну и тут же сразу начинают чистить. Когда случается авария, они сразу потом чистят. А вот по сравнению, например, 2-3 года назад, как вот сейчас лучше или тогда было лучше? Вы помните? Ну я помню, при СССР чистили очень хорошо. Еще спишь, они с утра уже тракторы дырчат. Это в наше время, 2000-е? Ну, в наше время видно, чистят, стараются. Ну, не сказать, что на отлично. Ой, отвратительно. Ужасно. Во дворах? И во дворах, а вот тут что делается? А вот пройдите по Октябрьской, вот там сады, в школу дети идут, вот там вообще особенно. Ну, Ленина, может, еще где-нибудь и посыпят, а это нет, во дворах нет, вот до сюда. Состояние городских дорог. Да как? Ну, ужасно, конечно, дороги. Везде? Везде, да. Иду далеко на работу, везде. А у вас какая траектория пути на работу? С какой улицы? С 5-го магазина до медсанчасти. Скользко или не скользко. Прочищено? Скользко. Нет, прочищено, но скользко. Здесь будет не лишним привести пример, как пережили непогоду другие города региона. К слову, в соседнем Орске развернулись настоящие дорожные войны. Как передают корреспонденты Орск.ру, машины в буквальном смысле тонули в воде и застревали в снегу на целую ночь. По оценке местных журналистов, Орск стал зоной настоящего коммунального бедствия. Поступали многочисленные звонки от возмущенных горожан с вопросом, куда смотрят коммунальные службы. По сравнению с орчанами, мы пережили снегопад и дождь относительно спокойно. Куда тяжелее пришлось жителям сел. В нашу редакцию поступила жалоба от жителей села Вишневое. Автор письма Виталий Ермолаев. Вот некоторые выдержки. Цитирую. Село Вишневое завалено снегом, особенно улица Центральная. Утрамбованного снега, ну просто по пояс. Некоторые улицы вообще ни разу не чистили этой зимой. Лично у меня болеет маленький сын, но я не могу на собственной машине довести его до Гая, чтобы пройти рентген. Полное равнодушие чиновников к деревне. Возникает вопрос, зачем нужен такой городской округ? Если и приходит иногда трактор, то он просто поглаживает снег. Заходит далеко не на все улицы. Складывается впечатление, что экономит солярку. Конец цитаты. В тот же день, 8 февраля, мы связались с администрацией Реклинского постсовета, где нам пообещали, что техника придет в село на следующий день. Обещание сдержали, и мы получили ответ от автора письма. Цитата. «Техника пришла утром 9 февраля. Кировец. Все были приятно удивлены. Спасибо большое». Конец цитаты. Территория Реклинского постсовета расчищала техника дорожного управления. К проблемам горожан не остаются равнодушными и в администрации города. Так, просьбы расчистить ту или иную улицу или двор публикуются в блоге главы. Судя по ответам, тяжелая техника заходит и во дворы. В городе сейчас осталась еще одна дорожная проблема – это снежные навалы, образовавшиеся после расчистки дорог. Как стало известно журналистам из собственных источников, состояние городских дорог проверили представители областной прокуратуры. Неудовлетворительную оценку коммунальщики получили в части снежных валов, которые образовались по обочинам. Теперь в феврале будет проделана работа по очистке обочин от снежной насыпи вблизи перекрестков и пешеходных переходов. И напоследок обратимся к истории. В январе 2013 года на дорогах города была крайне сложная обстановка, а ведь тогда погода не была такой непредсказуемой. Тогда дело дошло до судебных разбирательств с отделом ЖКХ и КС. Техника выходила в город только после прокурорских проверок. В одном из материалов за 2013 год выход снегоуборочной техники в город мы назвали «почти чудом».
С просьбой расчистить дороги города тогда горсовет обращался в Гайский ГОК. Оценивая работу коммунальных служб в этом году, давайте попробуем быть максимально объективными. Погода в буквальном смысле этого слова издевалась над коммунальщиками. Например, 3 февраля с улиц города вывезли порядка 50 КАМАЗов снега. Однако снегопад не прекращался в течение всего этого дня. Свою лепту внесла и эпидемия ОРВИ, которая также коснулась предприятий и скосила многих работников. Сейчас говорить фразу «вообще ничего не делается» в корне неверно. Делается по мере сил и возможностей. Однако, как показал краткий экскурс в историю, несколько лет назад даже при отсутствии чрезвычайных ситуаций в городе было гораздо хуже, чем сейчас. Валентина Демидова, Андрей Корчагин, видеоверсия Гай.рф. Гай появился на карте капремонта. Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области создал специальное приложение нашего региона, с помощью которого каждый может найти свой дом и получить полную информацию. В частности, собственники могут узнать год ввода в эксплуатацию дома, оценочную стоимость капитального ремонта и так далее. Кроме того, дана выкладка документации по всем видам запланированных работ. Чтобы получить полную информацию о капремонте в вашем доме, необходимо воспользоваться вкладкой «Карта» на сайте Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области. В Гае рыбный улов продают прямо с земли. Сразу в нескольких районах города появились люди, которые прямо с земли торгуют морепродуктами. Неравнодушных гайчан, позвонивших на телефон редакции ГАЭРФ 5010, интересовало, есть ли у продавцов необходимые разрешения на продажу и прошел ли товар все необходимые проверки. Как пояснили журналистам в администрации, по факту несанкционированной торговли административной комиссии были составлены протоколы. В настоящее время проводится разбирательство. В ходе проверки одна из женщин предоставила документы ИП и указала, что товар привезен из Новотроицка. Добавим, что данным лицам за организацию несанкционированной торговли может грозить штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей. По многочисленным просьбам жителей города Гая, медицинский офис «Инвитро» предлагает программы ежегодного профилактического обследования. Только с 15 января по 15 февраля. 9 лабораторных исследований всего за 599 рублей. Ждем вас в медицинском офисе «Инвитро» в городе Гая по адресу улица Октябрьская, 58, телефон 5-10-55. «Инвитро» – марка номер один в России. Салон «Штор Интерьер» приглашает за покупками. Тюль, портьерная ткань, ламбрикены, бандо. Постоянное обновление ассортимента, гибкая система скидок. Салон «Штор Интерьер». Ждем вас по адресу. Гай, улица Ленина, 56. Вы смотрите Гай.рф видеоверсия, мы продолжаем. Новогодние праздники давно завершились, и местные вандалы решили, что и ледяной городок уже отжил свое и не актуален. Об этом свидетельствуют развалины, которые остались от ледяных фигур. Так, из трех богатырей остался лишь один. В праздничные же дни был полностью разрушен лабиринт. Ничего не напоминает о том, что раньше здесь был ледяной лунтик. Фигуры на сцене также представляют собой развалины. Без внимания хулиганов не осталась и цифра 2016. Ледяной городок не был разгромлен раньше, только потому, что во время новогодних каникул его круглосуточно охраняли. С 1 февраля во всех школах Гая начался прием документов от родителей будущих первоклассников. В 2016 году образовательные учреждения укомплектуют от 2 до 4 первых классов. В первую очередь документы принимаются от тех, кто проживает в микрорайонах, относящихся к образовательному учреждению. Заявления от остальных родителей будут приниматься с 1 июля и до конца августа. Перечень необходимых документов указан на сайтах учебных организаций. Больше всего первоклашек набирается в школе номер 7. Руководство планирует открыть 4 первых класса и набрать 100 первоклашек. По итогам 2015 года больше всего будущих учеников собрала школа номер 8. По словам директора учреждения Сергея Филиппова, в настоящее время подготовительные занятия посещают 90 дошколят. И, как показывает практика, все они остаются в дальнейшем обучаться в школе. На сегодняшний день больше всего заявлений принято в гимназии – 19.
15 штук. По словам секретаря учреждения, в этом году родители ответственно подошли к данному вопросу и активно начали приносить документы. Во всех остальных общеобразовательных учреждениях города родители менее активны. Однако, как показывает практика, укомплектование первых классов продлится до конца августа, и вноситься корректировки будут не единожды. В продолжении школьной темы. В рамках акции «Студенческий десант» госавтоинспекторы рассказали школьникам о работе дорожных полицейских. Знакомство началось с экскурсии по отделу ГИБДД. Инспекторы показали, где ведут прием граждан, кабинет административной практики и класс служебной подготовки. Учащиеся увидели, как можно проверить нарушителя ПДД по электронной базе данных. В классе служебной подготовки Вадим Неянин продемонстрировал будущим абитуриентам специальные средства и оружие сотрудников ДПС. Рассказали ученикам и о том, как задерживают преступников в России и за рубежом. Узнали ребята и о назначении ПР-73 палки резиновой. Оказалось, что в момент ее применения удары должны наноситься строго по определенным местам. Экскурсия закончилась совместным со школьниками рейдом на одной из улиц города. Сотрудники отдела ГИБДД рассказали об основаниях для остановки автомобилей, а также о правилах несения службы. Полицейские разрешили учащимся попробовать себя в роли инспекторов ДПС. К другим новостям. В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского приступили к монтажу иконостаса. Работы ведут специалисты из города Палех Ивановской области. Проект иконостаса был готов в 2007 году и оценен в 15 миллионов рублей. Тогда УГМК «Холдинг» и «Гайский ГОК» выплатили порядка 8 миллионов. В 2009 году работы были прекращены в связи с отсутствием дальнейшего финансирования. Как рассказал нам благочинный Гайского городского округа Игорь Никифоров, приступить к монтажу сейчас стало возможным после того, как иконостас был удешевлен до стоимости 8 миллионов рублей, уже фактически оплаченных. После того, как закончится монтаж иконостаса, его закроют полиэтиленом и начнется внутренняя отделка, которая будет проводиться за счет средств прихожан. В субботу, 13 февраля, в Гае состоится традиционный спортивный праздник «Лыжня России-2016». Соревнования пройдут по двум номинациям – оздоровительные, в которые могут принять участие работники предприятия, школьники, студенты, семьи и все желающие, а также спортивные. Напомним, год назад в «Лыжне России» приняли участие около 600 гайчан. Традиционно лучшим из лучших вручаются дипломы от спорткомитета, а также подарки от спонсоров. В качестве презента спортсмены получают живую птицу от Гайской птицефабрики. Регистрация участников пройдет в помещении лыжной базы по адресу улица Молодежная, 61, второй этаж, в 11 часов. Старт в 12:00. Справки по телефонам 43107 или 41678. В конце выпуска о погоде. В ближайшие дни в Гае ясно, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 10 градусов. Днем 3-7 градуса ниже нуля. А я напоминаю, что этот выпуск был подготовлен при поддержке гипермаркета «Айсберг». Сливаем все по красной цене. Ищите красный ценник только в гипермаркете «Айсберг». Более 1000 товаров по закупочным ценам. Так, надежный двухкамерный холодильник «Орск» всего за 14 990 рублей. Покупать в «Айсберге» выгодно. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Самые свежие новости, комментарии к ним всегда для вас доступны на портале gai.rf. Всего доброго, до встречи в эфире.